Готов на позицион. О, можно кулак по ханту еще? Дай кулаки. От души. Еще раз дай проверку. Лапу каску по шаману. Раздала кочевенько. Вообще, когда у тебя каски. Монориген давал. Скажи мне, почему он на тебя не был, блядь? А на этом, блядь, на Аполлине есть. Где ты лазишь? Все, поехали. Ощущение, что ты находишься где-то... Это будет красивая победа. Каст. Убежать. Все забирай. Могу забрать. Угу, да. Вот бот. Посадку дал. 15 секунд. Вылупились. 7 секунд. Пускай я должен контроль. 5 секунд. Капли есть? Я скажу как. Не контроль. Забирать лёг. Подожди еще раз. 6. Сейчас можешь забирать. Есть капля кого? Да, скажи. Я дал. Ага, ладно. Пускай тогда. Давай, пускай заходит. Слобик опрохнется. Где, блядь, слазит слобик постоянно? По-моему, завис там. Могу забрать. Аккуратно, мне еще 25 секунд.
воде. Сюда. Полтоса, да. Через 5 секунд смогу забрать. Красно. Убежали. Вот давай после коста забираю. Хорошо. Мобы, помогайте. Иди. Прости, тотем ставлю. Пусть подходит. Возможно, если есть возможность, блядь, забирать. Блядь. Незыбка там есть, пока пускай пол. Да, блядь. Долорес поставит джерс наперед. Пускай заходит. Не отводишь. Упадет. Джерс ближе к центру. Забираю. Так. Доходит контроль часто, да. Даю массакру от воде. Забираю, сейчас заберу. Прожмись. Мимо. По контрольке моба. Иди. Контролит. Сука. Иди. Сколько процентов? Капля нужна будет. Поднимите мусор. Давайте каплю. 6%. Сейчас будет 5. Бейте. Забрал, давай каплю. Ёбаный бот. Хуя ты забираешь. Пошли на план. 20 секунд. 20 секунд хватит. Ой, блин, далеко вообще. Ближе к пехоте идти. Шаман. Мусора чё не подняли? Платформам расходитесь сразу. Между второй, как я объяснял, между первой и второй этот. Ем второго. Да, вы пиздец, конечно. Газон, ты, блядь, серьезно не добежал с Неликсом вообще? Так мы были там вообще с... Блядь, я сам там был, я сам далеко был. Где стоящий со мной? А где танк-то, блядь, на первой, алло? Сладбон, на первой. С него здесь там... пылить надо. Он не на той стороне просто. По позиционке встаньте сразу. Кас пошел. Кас пошел, дебаф повесил. Их перья летят. Не дебаф, не диспелить, да. Блядь, ты серьезно? Че, блядь, не шарите что ли, алло? Вага, ты не мог отбежать, блядь. Ну, вот РДД разлили нормально, вот это и та. Это вага, что ты разлил, блядь, под Феникса, что сейчас делать? Слушай, а мне показалось, или он внизу, короче, не бьет. Типа, я прыгнул вниз и нормально стоял себе тут, чилил. Где внизу? Ну вот, типа, смотри, где я валяюсь. Сейчас вот это... А, не получится. Вижу. Видишь? Когда идет каст, ребят, которые хилы между первой и второй меткой, вы отбегаете к стенке, а потом... Я тебе сейчас покажу. Типа я просто вниз упал, смотрю, стою нормально. Блять, вы не помните, что... Я, блядь, объяснял всем вторую фазу. Чем вы, блядь, слушаете? Почему, блядь, весь рейд хуй пойми, где находится?
Выходим, идем в обычку, блять, хули делать. Ну это пиздец. Каждому, блять, объяснил, где кто стоит, что делает, блять. Сейчас пришли на вторую фазу, а у нас, блять, половина вообще хуй блять. Все. Только подчиняйся в обычку. Там же. Там, ну, дырка просто, я думаю, какая-нибудь. Короче, он там. Выходите с инста в обычке. Вон, видишь, череп поставил. Я не вынести, выходите с этого. Так трэш лестница или нет? Нет. Да давай залезем типа багом, похеру. Нет. Мы же бить не. Мы же не будем бить, мы просто залезем в инст. И все, в инсте. Ну, погнали. Типа это все хуйня, то что, ну, главное не бить, да, ну, вот этим багом или на второй платформе, а то, что мы залезем, вообще насрать. Ладно, пошли в хэп. Я обычно... Просто это проще намного. Блин, я же крикнула, каст, не могли к стене отойти? Не поняли, наверное, какой каст. Блять, каст, да вообще все должны просто в фокусе держать вас и сами ну, да. Это как на Джане, то же самое. Типа ты держишь ее в фокусе, пока да и за сами следишь. Запоминание цели. У меня да, тоже запоминание цели, и я вообще всегда вижу, что боска стоит. Да. Очень удобно. Вот, зачем ты забирал? Там, скорее всего, просто дырка какая-нибудь там в черепе, не знаю. Да, здесь у тебя нет ни прожимов, ни хуя, ты, блядь, забираешь. Да, у тебя еще хп, типа, было не фол, ты стал забирать. Я отдал прожимку, там нормально хп там было, я отдал кровь вампира. Не, ну у тебя там не фол был, у тебя было процентов 80. А что делать? Там в конце на двух хилов, которые между первой и второй меткой кинулись дебафы, то есть на монолог. Я там декурсил. А тебя там не было? Между первой и второй я стоял, я декурсил. Я думала, я стоял, ну ладно. Я стоял, декурсил кладбон, а потом со мной на тебя. Второй. А потом... Все, я молчу, я поняла. Я поняла. Как туда залезть? А, имитацию, по-моему, надо. Вон там пускай это... Кто? Долорус или Фонтей? Правее, походи. Может, не левее, правее. Проще, сейчас... Но там трэш стоит. Там нету трэша, может там всех боссов... А, нет, я да. Че туда вообще? Да блин, пошли в обычку, ё-моё, чё вы? Там всех боссов убили, там может один-два ходит и всё отсюда. Короче, ладно, примерно. Жуть, да, они сейчас... Сюда пойдут. Первая платформа. Звездочка. Стоит кладбон. Тупо кладбон и больше никто, блин. Танчишь этого моба. Прожимаешься и танчишь. Дальше. Вторая платформа. Оранжевый. Стоит, блять, у нас Войд. Так. Дальше. Рандомность убрали, что ли? Фиолетовая. Нет, кем нет. Стоит у нас рандомность уже. Короче, факт в том, что на второй платформе это 100% появляется с Алрон. Ну окей, ладно. И вот. Дальше. Там Кават стоит, здесь это. Здесь, допустим, я стою. Дальше. Это здесь. Серебряные метки. В луне, блядь. У нас стоит. Кто? Жони, правильно. Дальше. Кирс вместе с Матиолой стоит в синей метке. Ну, блядь, за Ларом, короче, между платформами. Стоит за Ларом между платформами. Будет видно, не будет, хуй его знает. Йена. Короче, ну, между первой и второй. Да, между первой и второй, вот здесь примерно. Полина. Три сила. ДЦ. Вот. Дальше. По поводу убийств. Все весь рейд, все дамагеры, блядь. Ну, подобное, бегут к печеньке.
РДД зона, становитесь вон, блядь, возле кристалла, грубо говоря. Видите, который кристалл, блядь, большой, возле прохода? Да. Да, возле прохода. Квадратика, возле первый кристалл. Слева, возле, да? Левого, да, слева, получается, этот, возле кристалла становится. Бьете, 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 полетели перья, перебежали, стали напротив входа. Потом полетели перья, стали напротив следующего кристалла. Ничего сложного. Милики, стоите в печеньке, бьете, полетели перья, блядь, выносите перья наперед туда, где, блядь, угол получается, как бежать на третьего, на третью платформу, туда наперед, подальше. Чем дальше вынести, тем лучше. Этот, дальше. Лёх, так просто сказать, проанонсили каст, сразу же убежали милики, чтобы ну да, последние там 2 секунды. Видишь, как лужа, блядь, закрывает там все, типа, вообще пиздец. Ни танку не подойти, хуя вообще не делать. Вот, а если танк станет, он будет получать дебаф, блядь, на увеличение урона, там, в процентном соотношении. Это пиздец, не печально. Ой, такс, дальше. Мобов, локи выйдут на край, локи, я надеюсь, помнят. Возле квадрата, сюда ближе к платформе станете, выйдите на край. Законтролите 4 мобов. Плюс Жунуэн корни по одному дашь. Остается 5 мобов. Войд одного притянешь, одного по одному даешь окола. То есть максимум сколько зайдет, получается 4 моба. Ну и плюс там еще кто-нибудь сообразит, замедлит одного моба. И получается 3 моба зайдут сразу, потом от Войда Кайта зайдет моб. И тому подобное. Жунуэн, ты стоишь со всеми РДД в печенье. Дается Гера, когда все дома Гера прибежали в печеньку. Прибежали в печеньку, появился Феникс. Пока идет длинный каст Феникса, да, на дебаф, вы можете неплохо его продамажить. Там есть время, когда никого не бьет в рейде, да? То есть ни танков, ни дамагеров, ни дебафов никаких нет. Вы можете его продамажить. Короче, даете Геру и по максимальному по бурстами, под бурстами сносите, короче, этого Феникса. Дальше. Что происходит дальше? Если первого сносим, РДД зона. Что касается вас, вы смещаетесь на третью платформу. Что касается мили зоны, вы смещаетесь на первую платформу. По поводу контроля мобов. Все РДД по максимальному мобов получается банят и контролят. То есть вы в последнюю очередь, ваши мобы должны в последнюю очередь заходить. Приоритет в первую степень заходят от миликов. Милики, все милики бегут на первую платформу. То есть там рейд делится на две половины, РДД дамажит на третьей платформе, милики дамажат на первой платформе. Вроде все просто. 3 хила есть на первой платформе, и 3 хила будет у вас между... Для РДД. То есть для миликов есть 3 хила, и для РДД есть 3 хила. По поводу хантов. Короче, у вас есть такой нюанс. Как максимальный рендж. Вы можете стоять отдельно ото всех. И дамажить. То есть если даже на вас, то есть на максимальный рейндж становитесь, отдельно от всех стоите и дамажите. Если на вас лужа кидается, просто, ну, вам не сложно там, сообразите, если вы один стоите, то служа выбежите, встанете немного на другое место. И по поводу, кстати, этого, по поводу контроля, смотрите аккуратно, потому что, кстати, мовспид мобам на второй фазе меньше сделали. Сейчас мобы на второй фазе намного медленнее ходят, чем на первой фазе. То есть они там вообще пиздец, как этот, медленные. Поэтому, типа, контролить будет легко. Реально легко, и ну, там просто надо, чтобы ты войд притягивал. То есть притянул одного, все, заебись, уже минус один. Там два еще дошли, уже минус три и так далее. В силу того, что 5 хилов могут весь рейд прохиливать на второй платформе, то есть это должно все прохиливаться спокойно. По поводу танков, вроде как,
Стаки набираются очень хуёво. Типа, набираются очень медленно. Со слов Дезурона, и дамажит меньше вас. Но все равно, первое, почему надо бурстануть? Потому что стаки все равно накапливаются и снимаются только паладинами. То есть нам надо освободить Войда, чтобы Войд скинул стаки и пошел поменял кладбона на первой платформе. Кладбон в свое время, когда Войд себя заменит, ты бежишь на третью платформу, меняешь кавата. Тебя заменили, ты пошел на третью платформу, заменил кавата. Но только тогда, когда у тебя спали стаки, у тебя будет дебаф, там будет примерно, я тебе так скажу, 15 стаков, примерно 15 стаков. Вот когда ты их скинул, там ровно минута до спадания стаков, ты меняешь кавата. Дальше, кават в свое время, когда тебя заменили, ты тоже ждешь сброса стаков, если есть возможность снять, снимаешь, и бежишь, меняешь меня. Я, в свою очередь, смещаюсь уже сюда в рейд, плюс контролю, буду плюс аносить, и там уже посмотрим. Если где-то танк сдохнет, его заменим. Вся вторая фаза. Ничего сложного не, как бы, нету. Просто, блядь, стойте все в одной точке. Ну, как бы, РДД-зона кучная им. Плюс абсорб по всей РДД-зоне. И когда летят перья, идет анонс каста перьев. Это значит, что вам надо уже перебегать, потому что перья там летят очень долго. Ну, секунды 3 есть на реакцию точно. То же самое касается мили-зоны. Если, блядь, вы не выбежали с под феникса мелкого, это вайп. Потому что танк там не может стоять, а если танк и будет стоять, то его, блядь, убьет за... в течение, блядь, не знаю. Может, секунд 10-15, блядь, и его убьет. Ну, то есть больше он там не проживет, дебаф будет стакаться. И в любом случае надо возле Феникса кому-то находиться. Потому что если никто возле Феникса находиться не будет, будет АУЕшка по рейду залетать там в районе 14 тысяч. То есть это не прохиливается. То есть если один стак еще можно где-то словить АУЕшки, да, то, блядь, два стака это уже минус там пару человек в рейде. Три стака это минус половина рейда. И если под Фениксом никого не находится, там еще идет увеличение урона. Он переагривается на рандомную цель, и у него косты идут в рандомную цель, получается, кто ближе всего находится. И эти косты, ну, болезненно. Ни один РДД милик не выживет, только там. По поводу первой фазы. Меня напрягает то, что у нас отваливается два человека постоянно. Причем очень сильно. И это. В принципе, по поводу первой фазы все нормально, только два человека, чтобы не отваливались, и будет все заебись. Даю проверку и погнали. Главное стоять кучно и перебегать вовремя на второй фазе, плюс контролить мобы. Мобы медленнее идут на... А рыба была, что ли, росла так? Так, адмирал, заходи тогда в рейд, слобик, выходи с рейда. И этот, тело бездны, спекайся в шипа. Сманите, адмирал. Бля, понабрали ДЦС-4-Т5. Сейчас душить будет. Сейчас может полегче. Что будем говорить, что это Гена не хилит. Кому там рыба нужна, ставлю возле шкафа. Этот Мозер поставь на всякий случай отслеживание, чтобы посмотреть, дезурон появится или нет, на всякий. Потому что кроме нас сюда... Ходили Асгарда. Вот такое все. Даю проверку. Кават здесь. Кават. Лапы нет, лапы. Лапу, лапу. Лапу дайте.
Допустим. Все, все здесь, все готовы, даю отчет. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Да. Там на тысячу. Я тут подумал. Ладно, мобы пройду. Секунд уже висит дебаф. Тролль. Еще висит дебаф. 5 стаков. Еще висит дебаф. Дисплей. Могу задать. Да? Доходит, контроль смог. Два дошли. Просел. Секунда. Все, пускай эти два доходят. Все, забираю. Не контроль, пускай идут. Скажешь ли? А не видите, пускай все идут. Я просто лужа, еще смотрю, что позиционка. Че там, Лёв? Можешь забирать, в принципе. Забирай. Кого откапывает? Ну вот, пусть он... Отдал. Поставь. Мобы появились, контроля мобы. Дайте контроль. Отвести. Т4. Могу забрать. Погоди, Т4 потом. Мне еще 25. Как? После коста забираем. Все, пускай два доходит. Побежали вперед, милики. Не тяните за боссом, наперед пробегайте. Ну вот там стопорните. Дайте маме. Затем ставлю. Так, все, пускай. Эй. Проведите маму. Все, забираю. Пустите моба. Как? Я забрал, если что. Лёх, капля есть? У меня, да. Когда заберут? 5 секунд. Одного прийти.
Скажи, как забираться. Можешь забирать. Забираю. Даю тебе. Выйди. Выйди. Пять адмирал. Ну, поднимайте вагоны. Давай каплю. Ну, давай уже. Сейчас я отдам. Кровь, пожалуйста. Дайте на ману что-нибудь. Могу забрать. Давай после коста забирай. 20 секунд. Полтора подал. Веди далеко. Веди, проводи, проводи, проводи. Помогите. Я лагаю. Мобы, мобы, контроль. Пожалуйста. Веди далеко. Очень много идет, быстрее. Очень. Совы, совы. Вот киньте, блядь. Диспыльте с хила. Ревность. Йо, забираем. Сейчас забирал. Как? Руков столько нету, блядь. Мобы, быстрее бегите. Надо... Вы уже стоите, алё, кто в центре? Кирс, Мозер, вам чё, похуй? Веди, веди его. Две секунды, и не запрей. И 7%. 7%. Дал не зыбку, забрал. Дал не зыбку, забрал. Бейте, 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 босс. Вид... Кастует, сука. Поводи вперед. Фаза. Мобы доходят. Без... А, сука, ебать его. Доложитесь, нет смысла говорить, да. Короче, знаешь, что я только сейчас подумал? Смотри. Идет знак огня, кидается на пятерых. Луч тоже появляется 5. Совпадение? Ночью был Герфадов. Почему ты клонишь? Не знаю. Ебать, ты, ебать. Кстати, Ген, слышь, насчет этой зоны, смотри, когда я прыгнул. То же самое, не думаю. На тебе две ауры висят, ну, каких-то, смотри. Это иссушающая жара двух фениксов просто. А, и выброс пламени тоже меня феникс бьет. А ну тут может дырка какая-нибудь, знаешь. Вот смотри, вот до сюда дошел, тут сбрило сразу. Ну дырка, наверное, да. Может сдохнуть. Там и народ пришел. Так вот, к чему я клоню? Не знаю, к чему я клоню, но совпадение заманчивое. Господи, ребята, диспельте быстрее, пожалуйста. Сейчас 15 секунд на мне дебаф был. Ну что это там такое? Там под баном, по-моему, маны не было. Если не ошибаюсь. У меня не мана, у меня задержка еще какая-то идет. Я чуть ли не 3 секунды одного человека использую. Я там предлагаю. На народ заходишь, на народ плюс, заходишь. Плюс еще идет такая тема, то что, допустим, ДД одни с одной стороны, а другие с другой стороны. Приходится разворачиваться. Да тебе докорсить не обязательно быстро разворачиваться. Типа, если кто-то далеко, вообще похуй, это их проблема. Типа, главное про докорсии хилов, которые в ранже, да? И все, по сути. Те, кто там РДД стоят далеко. Три раза классы, с третьего раза ты просто. Все, подойду. На народ вместо тебя заходит. Берите пепа с еды, пожалуйста. Не тыкнуть. Мирал, ты себя абсорбить будешь? Или нет? Он без маны был. Долгое время. Бафы раздаем. На сваге нет, не резкуйся, не давайте бафы. Внутри.
Если бы портовар, сука, диспелить умел проклятие, еба. Просто прикинь, да? Мана небесная. Вообще, блядь, за ярость. Одна ярость, диспел один. Притом надо было бы дамаг нанести союзнику. 100 единиц дамаг. Даю проверку. Во-а. Прикинь, у твоего протовара было бы, блядь, еще бабл. Инвиз. Ну, вы хотите. А все духи юзают. Три человека. На хп есть духи? Только на атаку и на СПД. Вершама, я вижу, на пианиста где-то щит. Давайте быстрее, 7 минут фаз. Вершама, 3 танка. Я на кровати держу. Что, ты думаешь, тебе хватит? Мне хватит, мы сейчас упадем, опять новый выпьем. Так сразу пей новый, что-то. Смотри, нет, какой это экономный. Это эконом. Мы сейчас все равно упадем, вот посмотри, видишь. Если упадем, два рода есть вообще. Почему? Будете здесь? Да-да. Да, ты полностью все диспелишь. А он в танке должен быть? Да. Да, специально, чтобы он не прожимался сейчас. Коника. Где там Йена? Он написал 2 минуты. Был бы у меня что? Боб, я бы на тебя Боб по КД кинул. Ты что? Тут ты еще знаешь... Да, ты четвертый танк, мой народ. Такую игру. Я так стопаю по КД из-за стаков. Обычно позиционку будем пулять. Подойдет по ходу движения. Сейчас на первых метках умрет. Все тут. Ты специально кепку попросил, чтобы он АФКшил, да? Потом я банк стик. Это будет красивая победа. Все прописи. Меня можно подкупить только за голду. За пояс профа. Шутка уже не актуальна. Че вы? Уже как полгода. Блять, стою, блин, не в облике древа сильно. Забираю. Отлично.
скажешь, когда забирать могу. Еще 30 секунд. Так. Малыш играет. Бегайте, контроль моб. Два, пускай сразу эти сливаются. Тяни одного. Все нормально, проводи немного. Сейчас стаки сбросит. Не контроль. Когда? Когда забери. Когда, Лёх? Скажу. Ладно. У меня уже почти ушли спать. Что, забирать? Сейчас забирай, да. Давай. Вот два пустые взрываются, вот один. Могу забрать. Еще надо. Эти пускай два взрываются. Д4. Не надо. Так. Давайте. Забирай. У нас так нормально, спасибо. Вы мобов-то потихоньку сливаете, скоро новый. Еще нормально сливается. Последний их отпускаете уже. Ману, давайте. Как? Дал на ману гим. Убирайте. Че там, пианист свободен, у меня 5 секунд. Все забираю. Дайте гимн-то там поставлю. Я уже КД. Капли есть, Лёх? Каст. Когда заберу, надо будет по мне. Высок. Скажешь. 7 стаков забирай. Не контроль. Давай капни. Третий заходит. Четвертый заходит. Че, блядь, не видишь? Да, блядь, прожимки нажму. Могу забрать. Матеола, подними Долоруса. Пока не надо. Мобов контроль. Не запутал. Я контроль их сбиваю. Три секунды. Два взорвали, отвели. Забирай. Дайте наш ДР. КД. Каст. Выводи сразу. 11%. Толстуха, да. Тут надо переводить, походу. 7%. Наверное, 7%. Бейте. 6. 5. Кто не сказал никому стопать? Пошли. Дайте сейв, сейчас по рейду урон пойду.
отсюда. Сука, давайте не обосремся. Фокус, фокус босса возьмите. Все. Кристалл РДД. Не, стали, кому там дальше надо, кто знает дальше. Нихуя у кого-то длинная. Сейчас это, появится Феникс, Геру и все будут стрелять. Каст заебись. Подвисаешь, Лёх? На второй фазе. Каст. Каст, ага. Ждём, 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 ждём. Идём, идём. Зипка. Киньте Войда. Умоляю, блядь. Я понял. Я просил. Да ёбаное всё. Синя большой зелёный. Я начинаю декурсить, и я отхиливаюсь из-за дебафа. Я не знаю. Понимаю. Я не знаю, как это убивать, откуда такой дамаг. А хотя нет, еще... Мысли, откуда такой дамаг, то моба, ёбаный рейд. А какие, в монороте или в какой метке, в какой платформе? Да сверхнова убила. У нас на третьей был только один моб. И у нас на первой тоже был только один. Не, почему сверхновая? Типа, лично меня выброс пламени, ну, от этого, от уголька ебашил. Сейчас своё скинул. Лично меня. Для другого. Ну, у нас вот всех это. Сверхновая положил. Вот смотри, сверхновая 12. Да тебя я положил, Ена. Вагон. Он там подвис, он там секунд 3-4 точно на месте бегал. А я подумал, типа, я меня просто, ну, не отхилился из-за, ну, дебафа. Хотя мой четвертая платформа, кстати. Взывался грустно. По поводу сверхновой, по поводу... Это что их по поводу сверхновой, Почему-то на последней платформе по мне урон не прошел или прошел вообще. Ну, у меня нету, блядь, от сверхновой урона на последней платформе. У меня вообще информации о смерти нету. Жан, блядь, заебал. Вставай, Не знаю, он там так-то хуярит, Лёха, я хуй знает, как это там. Я уже с баблей секунду сложил. Либо умер, то я без бабла был. У меня бабла не было. Этот. У меня... Я релогаюсь. Я еще жив был после того, как сдохли от сверхновой половины рейда. Так там два бабла. Вот. И на мне, типа... Ну, вот на второй платформе вы были, да, по мне сверхнова не прошла на последней платформе. Хотя, допустим, по Джонни прошла сверхнова, а по мне не прошла. Там еще квад по соседству стоял. Вот Полина тоже, 17, да, тоже Полина от сверхновой тоже легла. То есть по всем зашла, вот по мне на последней нету. Информация смерти. Там за полторы секунды 5 мобов вылетело. Так а чё мобов не законтролили? Пиздец просто. Я хуй знаю. Их надо, наверное, по одному запускать. Ну, походу. Чтоб его да, их по два можно. А вот но смотри, допустим... Мы же не всем рейдом сразу упали. Мы упали частями. Как раз таки, видимо, как мобы заходили по очередности, мы так и упали. Сначала часть, потом ещё пол рейда, и потом все. На то первом есть, Фениксе, который ты два моба сливаешь, он на всех сакается дебаф? Сверхнова. На всех, да, на всех. Это пиздец, я хуй знаю. Это было их 5, а их будет 10 потом. В смысле их было 5? После первого каста они сразу встали. Ну смотри, как получается, если на первом 2 взорвешь и на втором 2 взорвешь, уже 4 стака, правильно? Да, Лёх, да, может немножко позиционку тогда пересмотреть, по одному человеку на каждую метку с контролем поставить, чтобы хотя бы по одному мобу контроль. Да нету,
Понимаешь, я вообще не понимаю, откуда зашел. У кого-нибудь, у тебя видос пишется, Войт? Ну, пишется, ну. Мне интересно просто, блядь, откуда мог быть? Я не пишу. Типа, Лёх, смотри стрим, я записывал именно вторую платформу. Я записывал вторую платформу, где я стоял, да? Я не видел там первую, третью и четвертую платформу вообще никак. Я просто видел, что два моба стоит. Люди говорят, что на первой и третьей был моб, и получается на второй платформе тоже было два моба. Угу. А сколько сверхновой зашло? По информации сверхновой. Ну, последние 14 с чем-то тысяч. 6 сверхновых зашло. Там 6. Было... Вы говорите 5 мобов. Откуда тогда 6 сверхновых зашло? Один моб, может, с перифазы остался? Не, с перифазы там все сверхновые зашли до... Блядь. Короче, еще до. У тебя контроля хватит на второй фазе? Ну, что не хватит? Если все будут контролить... Вот вторая фаза. Жена, на второй фазе звездопад не юзаешь. Чтобы ханты трапу могли покинуть. Типа, если все будут контроль, то контроля хватит, чего нет-то. Есть сова корнями, есть 4 лока. На каждой платформе по 2 не получится взрывать. Надо на какой-то определенной платформе взрывать, а остальных держать контроль. А потом их все больше будет. Кстати, на второй платформе карт Феникса какой был? Слабость. Не увидел. Слабость? Да. На первой платформе какой? Ну, народ, ты чё, блядь, прочекать не... Этот, на третьей платформе коват какой был? Рассеянность. У меня видео есть. Так? Рассеянность. Рассеянность? Или что там? Какой перифеник? Рассеянность. Окей. Этот. Все-таки сделали так, что все фениксы стоят на своих местах. То есть каждый феникс стоит на своей точке. Раньше не меняли, сейчас сделали так. Или это просто фартит, или, блядь, они просто сделали так, что каждый стоит на своем месте. Хотя, я думаю, вряд ли, что 4 феникса, 2 пула подряд будут стоять на одном и том же месте. И это фарт, я думаю, вряд ли. Скорее всего, они сделали так, что каждый стоит по своему месту. Я вот отдуплить не могу вот эти все фениксы и названия эти. Когда мы просто с мобами... Так, это, скажи мне по поводу... Адмирал, дебаф, слабость это агро вроде, да? Если не ошибаюсь. Сейчас скажу. Я забыл. Я посмотрел, да, айдишники совпадают, мне их надо просто прописать, и я сделаю так, чтобы каждого моба ставилась метка, кто что кастует, это раз, а во-вторых... Да мне похер, честно, мне это похер. Ты мне скажи касты. Так, сейчас скажу, подожди, я открываю. Слабость это агро, если не ошибаюсь? Физическую мощь, наносимый физический урон на 70%. Это ярость увеличивает агро. А, точно, ярость. Так, физа. Короче, РДД, остаетесь на втором. РДД. Милики. Рассеянность что дает? Рассеянность там что-то... Сейчас скажу опять. Так, рассеянность. Рассеянность дает... Магический урон уменьшает. Короче, смотрите. РДД. Остаетесь на втором. Короче, милики все на первом. Ой, на третьем, блядь, на первом. На третьем. Короче, у миликов третья платформа, у РДД вторая платформа. Что с первой, как хилить? Что еще раз? А что с первой, как хилить? В смысле, что там хилить? Хилы так же стоят. По-другому спрошу. Хилов так же оставляешь? Да, хилы все так же стоят. Короче, миликов... У нас, в принципе, немного. 3 хила, я думаю, их прохилят, правильно? Правильно. РДД, если что, 5 хилов будет.
Я знаю, что. Этот, по поводу, почему так? Потому что, смотрите, РДД-зона, на максимальный рейндж становитесь, милики вам мешать не будут. То есть, естественно, вам контролить будет легко и просто. Милики, отбегаете назад, вот где этот, как его, портал, блядь, ну, где вход в туннель вот этот, блядь, в комнату, да? Туда, на босса следующего. Входите назад, выносите лужу, возвращаетесь, дальше бьете. То есть, у вас такая позиционка. РДД, короче, смотрите, ваша позиционка заключается в том, что ваши мобы должны по максимуму простоять в контроле. Только если у миликов... И, кстати, мне надо кто-то... А, кого-то, вот ты будешь там стоять. Озвучивай, если у миликов мобы идут, ты озвучивай, сколько мобов идет, чтобы... Ну, допустим, миликов взорвались, нету мобов, да, озвучь этот нюанс... Потому что, чтобы мы знали, что в РДД можно мобов тоже потиху отпускать. В РДД зоне 4 лока дают баны, плюс конты трапы. Женуэн, звездопад отключаешь нахрен полностью, плюс даешь корни. То есть ваши мобы в РДД зоне должны простоять по максимуму, они не должны к Фениксу идти. Они как появились, так зафиксировались, грубо говоря, на одном месте, там один максимум может дойти. То есть вы стоите на максимальном рендже и херачите. Милики херачат там, пошел каст перьев, милики отбежали, РДД перебежали, потом законтролили. Сначала сливаются мобы, которые будут на миликах, потом сливаются мобы, которые будут на РДД. И так до следующего каста. То есть, если там скажут локи, в самую последнюю очередь вы снимаете свои баны. То есть, сначала все эти взорвутся мобы, потом вы баны снимаете. То есть вы договоритесь там между собой, кто сначала, кто вдвоем сначала снимают, а потом еще кто вдвоем. То есть, допустим, Сантей Гриб там сначала снимает свой бан, а Делору с Газом снимают позже свой бан. По танкам все то же самое. Че по танкам, кстати? Тебя сильно пробивало на втором? И на первом, кстати, тоже. Пиздец, сильно нахуй. Мне кажется, я просто сдохну. На незыблемость кончится, я просто сдохну нахуй. Равноценно Феникса в соло все время там. Еще раз говорю, берем три совы, Фрост Мага и все это кайте. На изичу. Там не покайтишь особо, там еще ж дебафы, блядь, и урон будет хуярить. Ну три совы просто будет их откидывать по КД. Понимаешь? Жрон, немножко поближе станешь к мобу. Если видишь, что в РДД... В зоне какие-то мобы будут идти к мелкому, ты просто их подкинешь обратно, чтобы они успели их еще переконтролить. Но звездопад не юзай на второй фазе, а мешать будет. А так, в принципе, больше все. Даю проверку. Рыба была? Ну, на тебе еще одну. Короче, милики на третьей платформе.